Ну вот, ребят, всем привет. Сегодня мы снова на загонной охоте. Сегодня мы в роли загонщиков загонной охоты на косулю. Так что посмотрите охоту с другой стороны. Ну, думаю, ребята возьмут косулю, потому что делали обход. Вот, косуля есть. Так что не переключайтесь. Дальше покажу все как есть. Это стрелять. Вдоль номеров не стрелять. Технику безопасности там все знаете. Мы не грудные дети. Вдоль номеров не стрелять. Угол обстрела 45 градусов. Покойников не надо. Всех дома ждут. Мы все поняли. Поняли? Все здоровы? Живы? Да. Так, вот за технику безопасности расписывайтесь. Сейчас распишитесь. Видим путевки все сейчас на охоту, на взрослую. Расписывайтесь. Косули. Да вон на капусте. Я даже в бинокль не видел. Сейчас расставят стрелков, пойдем в загон. Загонщиков у нас сегодня 5 человек, загоны небольшие будут, но я надеюсь, что возьмем в первом загоне. Вот свежий снег выпал, есть свежие следы зайца, лисы. Вот косули пока следов не видел, но увижу, если покажу вам свежие. Вот, отстреляются ребята, может потом доедем, зайца погоняем. Так что смотрите дальше, не переключайтесь. Пошли! Идем! Оп! Оп! Оу!
Вот, ребят, места кормежек, косы. Тут свежие следы. Они шли вот с той стороны, походу. Взяли, сколько, 10 минут загон длился. Вот, сейчас посмотрим, что взяли. Вот, ребят, результат. Охота была 10 минут. Всем удачи, подписывайтесь на канал. Всем пока.